Всем привет! Сегодня на распаковке у нас будет продукция от фирмы Touché. Ссылка на их группу будет в описании. И сейчас мы посмотрим, что же они нам прислали. Я сам, если честно, не знаю, что у нас тут. Поэтому мы сейчас будем все это открывать и смотреть. Так. Есть. Сейчас мы избавимся от верхнего полиэтилена. И откроем по центру. Не очень удобно так открывать, если честно, но что ж поделать. Так. Опа. Так. Все. Я открыл, немножко повозился. И давайте посмотрим, что у нас тут. Ух, а у нас тут целая куча всего. Как вы можете наблюдать, полностью забитый этот ящичек. Ну, давайте начнем с чего? Мы начнем с маленького. Хотел сказать, с хорошего. Я уверен, что это все у нас хорошие, вкусные продукты. Но давайте начнем с малого. Так, вот у нас такая продукция Touché. Как вы видите, это у нас паштет. Сверху довольно все красиво оформлено. Бутерброды с паштетом. Тут помидорчик. Лучок у нас, перчик. Петрушка. Вот такая вот упаковочка, вот Touché, это у нас паштет с куриной печенки. Вот такая вот баночка, так, международный стандарт, все дела. Здесь у нас состав, подробнее покажу уже на отдельном обзоре. И здесь у нас 240 грамм. Так, убираем, смотрим следующую. Здесь у нас тоже паштет, но это у нас печеночный паштет с маслом. Так. Смотрите, что у нас тут сверху нарисовано. Паштет, масло, огурчик, листы салата, еще какой-то листик. Вот такая тоже упаковочка, Touché. И это у нас тоже 240 грамм. Так, и еще одна упаковочка. Ой, немножко у нас отклеилась этикеточка боковая, но ничего. Так, тоже Touché. Паштет с яловичной и печенки, то есть с говяжьей печенки у нас этот паштет. Сверху у нас такой бутерброд нарисован, прям огромный. Там яйцо у нас, чеснок нарисован, тоже какая-то вот зеленая штука. Вот такая вот. Так, здесь у нас тоже 240 грамм. То есть все паштеты этой фирмы у нас поставляются в таких вот небольших баночках. И здесь у нас каждая по 240 грамм. И теперь у нас 6 баночек с тушенкой. Начнем с этой. Это у нас свинина. Так, жирная, измельченная по-милански. Это что-то интересное. По-милански, конечно. 340 грамм тут. Баночка у нас таких вот размеров. Здесь у нас есть ссылка на контакт, адрес производства и номера телефонов. Так, 340 грамм здесь. Так, вот такие вот. Сбоку надписи у нас, и спереди, и сверху у нас нарисованы макароны, я так понимаю, с этой свининой по-милански. Довольно красиво нарисовано. Посмотрим. Так, дальше у нас идет вот такая вот красивая картинка. Здесь у нас что? Здесь у нас желудочки куриные. Последний раз очень-очень давно ел желудочки куриные, так что для меня это будет как в первый раз. Так, ну, очень красиво все оформлено. За это дичайшее уважение марки Touché. И здесь у нас, видите, прям такая сковорода с этими желудочками, как я понимаю. Тут он у нас острый перчик красный, какие-то вот еще зеленые штуки лежат. Ну, молодцы, красиво все оформлено. За дизайн им отдельное уважение. Так, здесь у нас, видите, какая-то вот как колбаска. Здесь у нас зельц свинячий. Вот, я не знаю, что это такое по-угорски. Не помню, ел я это или нет, но попробую и скажу свое мнение, потому что, ну, похоже на какую-то такую, знаете, на колбаску. Такую вот. Вот. Так что попробую и скажу, как оно на вкус. Мне кажется, очень будет вкусно. Так, а здесь у нас такой вот прям
на пиццу похожа картиночка. Здесь у нас мясо курицы в собственном соку. Вот, тут у нас мясо курицы. Все-таки хочется съесть. Эти все картиночки прям вызывают дичайший аппетит. Здесь у нас говядина тушкована высшего сорта. 340 грамм. Такая вот картиночка у нас. Говядина с овощами. Выглядит это превосходно. Так, посмотрим же в скором времени, как это все выглядит в открытом состоянии. Что оно там такое. И здесь у нас свинина. Вот, тоже очень красиво все оформлено. Свинина и всякие вот тут овощи есть. Там горошек, лук. Может даже, когда буду это все пробовать, открывать, обозревать, я попробую, может быть, сделать такую же композицию какую-то. Вот. Ну, здесь тоже 340 грамм. Все баночки идентичные по размерам. Вот тут огурчик нарисован. Какая-то вот желтая штука непонятная. Так, ну вот. Это нам прислали на обзор фирма Туше. Здесь у нас была одна баночка, вторая баночка, третья баночка, четвертая банка, пятая и шестая. У нас будет 6 видео с тушенкой. И либо одно целое, либо по отдельности будет видео с паштетами. Вот, такие вот паштетики у нас еще были. Большое спасибо фирме Туше за предоставленный товар. В скором времени будут обзоры. Хочу извиниться за то, что не было видео довольно-таки большой промежуток времени. У меня была какая-то такая своя занятость. Ну, в скором времени все будет. Вот. Ну, а с вами был канал Рикери Шоу. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. Пока-пока!